На манеже спорткомплекса «Красная звезда» 12 февраля завершился региональный этап всероссийских соревнований по мини-футболу. 24 команды школ Омска и области выявляли сильнейших в финальных встречах. Региональный этап начался еще в октябре прошлого года с соревнований среди школ внутри районов и округов. Для многих школьников 10-17 лет участие в турнире – большое событие, поэтому и готовились к нему основательно. Подошли очень серьезно, отменили всякие разные мероприятия, например, там музыкальные школы пришлось немножко отложить. Занимались. Как совмещаешь музыкальную школу и футбол? Немножко сложно, но футбол это очень сильно люблю, поэтому не могу отказаться. Активным и массовым стало вовлечение молодежи в этот вид спорта благодаря общероссийскому проекту «Мини-футбол в школу». С 2009 года он дает возможность мальчишкам и девчонкам состязаться со сверстниками на федеральном уровне, получать специальную форму и инвентарь. Эта программа охватывает практически всю территорию Российской Федерации, проводится по всей территории. Охватывает тот возраст, который не занимаются большим футболом. В основном здесь дети, которые занимаются любительским, школьники. Вот эта задача охватить как можно больше массы и привлечь детей к занятиям физической культуры и спорта, в частности к мини-футболу. В результате прошедших соревнований свой спортивный путь уже на федеральном уровне продолжат 8 команд. Всероссийский этап состоится через 2 недели в Красноярске.